Приветствую вас, Даниил. Я думаю, что первый вопрос, который вам нужно себе задать, это вопрос, для чего вы хотите, если хотите, вернуть отношения. То есть, девочка решила с вами расстаться. Это решение неприятное, это решение, конечно, очень болезненно, вот, но, тем не менее, это решение, и почему-то вы, получается, это ее решение не поддерживаете, то есть почему-то вы, получается, считаете, что, ну, что это решение ее неправильное. И самое, наверное, главное, что оно, это решение, получается, вас, ну, вас задевает как-то, вот. И на мой взгляд, нужно вам определиться с тем, чего хотите вы, именно вы, что нужно вам, в первую очередь, в отношениях, вот, мне так, по крайней мере, видится в первую очередь, вот. Второе, что я могу выделить, это то, что девушка, вероятно, просто испугалась близости, значит, с вами, вот, она просто испугалась отношений, она просто испугалась той, вероятно, не свободы, которая для нее имеет высокую долю риска. И вследствие этого решил с вами расстаться. Как правило, расстаются вот именно, когда боятся близости. Но, с другой стороны, ситуация может складываться и так, что действительно влюблённость прошла. То есть здесь нужно скорее анализ делать отношений, ваших отношений, вот, чтобы лучше отдавать себе отчет в том, что происходит, вот, ну, такой мне кажется вариант ответа можно вам дать, в принципе, в первую очередь. Вот. То есть, если проанализировать ваши отношения, то, в принципе, будет понятно, что произошло. Будет понятно, как складывались ваши отношения. Будет понятно, что вам нужно. Будет понятно, могли ли у вас просто чувства, например, ну, затухнуть, да, могли ли ваши чувства просто уменьшиться, ну, точнее, ее чувства могли ли уменьшиться или нет.
То есть это вот то, на что нужно обратить внимание, конечно, в первую очередь вам. Ну вот, дальше уже, в принципе, будет куда более понятная история, дальше уже будет, в принципе, куда более понятный такой момент, на мой взгляд, да, по моему мнению. Вот. Как вернуть отношения? Ну, на самом деле, первое, что можно сказать, это то, чтобы вы заняли максимально комфортную форму взаимодействия с девушкой. Вот. То есть, чтобы вы выбрали такую форму взаимодействия с ней, чтобы ей было максимально комфортно, чтобы ей было максимально хорошо, чтобы она испытывала минимум напряга при взаимодействии с вами. Вот. Это обязательно условие. Если она боится, да, чего-то, то ее нужно успокоить. 100%. Ее нужно успокоить. Вот. В противном случае она, ну, так и будет всего бояться. Вот. Ну, на мое, по крайней мере, видение ситуации. Вот. Так я вижу это, по крайней мере. Вот. И все, соответственно. Дальше уже вы можете действовать в том направлении, в принципе, которое вас устроит, если сперва вот определитесь с этим. Что касается вашего поступка, да, то вы, значит, ну, не пошли домой в эту ночь, как вы говорите, соответственно, просто пошли куда-то, вот, то, честно говоря, это выглядит как попытка привлечь внимание к себе девушки, вот, как-то вот, ну, грубо говоря, вывести ее на какие-то эмоции, вот. Я не знаю, насколько вы это осознанно делали, вот, я думаю, что это не так важно, вот, осознанно вы это делали или нет, но тем не менее, вот, ну, ситуация такая, то есть вам нужно внимание, и ее. Вот, собственно, вопрос, да, почему вам нужно ее внимание? То есть, почему и
вследствие чего вам нужно ее внимание. Это очень важный вопрос, на мой взгляд. Так что на это ответить тоже нужно. Вот. Она может не испытывать любви к вам, это правда. У нее могут быть, может быть к вам, просто чувство, просто ей может быть на вас не все равно. Просто ей может быть на вас не плевать. Вот, но при этом чувство у нее действительно может к вам не быть. Не быть. Вот. Это нормально. Такая вот история, Данил. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, а я вам желаю всего самого доброго и удачи.